была бы супер радость от подарка, потому что она не разбирается в современной технике. Все, запустил. Просто обидно, что все интернет отрубили, и все. А чем вам не вот? За что? А за что вам интернет отрубили? Просто так. Без рофлов. Ну, как знаешь, иногда бывает, он пропадает, и все, типа, надолго. Типа... Так, все. Эту штуку я запустил. Сейчас я в ОБС ставлю ее. Так. Наверное, знаешь, запущу. Ну, сейчас немножко поиграем. Обычный майн с тобой, да? Где мы тут? Ты запустил 1.17.1? Да, запускается. Вот. Предлагаю вот, вот этот хардкор, хардкор, который мы начинали, но не добили. Ну, то, что мы там шахту с тобой копали. Да. Вот. Помрем мы, ладно. Ну, выживем, типа, вау. Ислам прибывает. Ой, ислам пришел? И... Да, ислам пришел. Я просто чат еще не успел. Это старое сообщение. Типа, посмотри, он его в 7:30 утра написал. А мне не показывается время. С компа показывается. Я с компа сижу, мне не показывается время. А, не знаю. А, может быть, знаешь, как оно называется? Так и Глеб не спит. А, Глеб он не спит, но он сказал, что сегодня он не сможет поиграть. Он сказал, типа, сегодня без меня. Я решил поинтересоваться, типа, тебе в напряг играть, что ты сказал, типа, сегодня перерыв. Типа такого. Он говорит, нет, просто нужно съездить по делам. Потому... А, точно, открытости. Потому у меня не получится поехать. Я подумал, ну, типа, ладно, с проблем. Так, сейчас я поставлю этот. Чат опять перемотся, чтобы не потерять. Привет. Я название и описание так и оставлю, типа. Так, я полумертвый, мне надо отхилиться. Ты полумертвый, правда? У меня 2 хп. Ну, это Dead Inside называется. О, с кем все загрузилось, а то этот Стив. О, а что ты тут делаешь? А, я с... Когда ж тебя забирал, помнишь? Мы по деревьям скакали, а потом я залез сюда. А, нет, стоп, мы с шахты вылазим. Я все равно залез по деревьям, чтоб меня никто не достал. Все равно хавать надо. Чтоб хоть как-то залезть можно было. Так. Что у нас есть? У нас есть немножечко железа. Можно сделать... Ой, я решил сделать печку в инвентаре. Давай, удачи. А, еще? Я сейчас начну делать пол. А я 6 кирок сделал. Как тебе? 6? Нормально, ну как бы не нужно. Сейчас тебе 3 отдам. Лишь бы сейчас крипер не пришел, вот это да. Да, я ж стою за... защищаю. ПВП мастер. А, все. На сегодня хватит. А у меня еще есть какие-то полублоки. О. А, точно, я ж... Этот, тебе отдавал их. Я сейчас подумал, что не зря я их сделал. Типа так же экономнее делать. Не поспоришь. Мы
верните Нюркина на Майншилд. Пожалуйста. А, Нюрк... Я не знаю, что это. Майншилд? Ну, типа, хорошо, сервер для ютуберов. А в чем его прикол? Типа, там чисто сидят ютуберы и... Они строят громадные постройки, устраивают там челленджи для друг друга. Это просто делают контент. А зачастую на контент на Майншилд, с Майншилда встречается, как ты строишь и все. Или проводишь что-то. Ну, короче, для... сервер для контента. Короче говоря. Простите меня. Я популярный видеоблогер, стример. Простите, на Майншилд третий. А есть и не третий? А, был второй, был первый. Жесть. Чё так сложно? На первом и на втором сезоне был Нюркин. Нюркин, важно. Ну, и чё, если это... эти сезоны их, типа, совсем убирают? Типа, если чё-то не так. Нет, там желающие, кто... Насколько я понимаю, там желающие, кто хочет идти на третий Майншилд в плане ютуберов, либо их там приглашают, я не знаю. Ну, я думаю, есть два варианта. И приглашают, и по желанию. Если по желанию, то ты заявку подаешь, наверное. А если не по желанию, то тебя просто говорят, типа, ну ты тут ютуб стримишь, мы уже который, ну там стримишь, снимаешь, типа нам нравится, мы бы хотели тебя пригласить, типа пойдешь. А дальше ты уже сам говоришь, да, я хотелось бы, или попробую, или не знаю, или не хочу, или я подумаю, там может ситуация. Нужна эта. Да, зомби на дерево запрыгнул. Зомби с дерева упал. Да. Так, а что мы можем сделать? Я бы хотел побывать на Майншилде. Хочу побегать там. Ну надо раскачаться в плане. Аудитория. Это крипер. На меня. Нет, на меня. Интересно, навыки в этом, как он называется? Анчурнет? Да пофиг на анчурнет. Да то, что ну, навыки, я вспомнил резко анчурнет. Ну ладно, согласен, если что-то сложно. В общем, я о том, что навыки в выживании на хардкоре нужны на Майншилд или нет? На Майншилде вроде бы просто казуал. Насколько я помню. А там тоже выживание или типа, творчество? Да, тоже выживание. А, нормально. Ты все строишь выживание одно, сплошном. Нормально. Это интересно. Согласен. Ты задумываешься, сколько тебе ресурсов надо. Вот. Ну там еще есть РП-процессы. Нет, вроде бы. Нам нужны хита. О, ну и вкусная мука, мы можем эту картошку ускорить. Ну давай. Только ты ж тоже не все забирай, хавать. Наоборот, лучше размножить. На, мотыгу. Мне просто. А, все, я могу идти. Чтобы грустно не было. Чтобы грустно не было. О, мертвый куст, палочка. Ура! Победа. Я слышал маленького. Мне это очень опасно сейчас. Очень опасно. Да и мне тоже надо бежать. Ну, зато у нас есть дом, хоть и без окон. И дверей. Ой, нет, двери есть. А я верстак пойду заберу. Скручу. Да. Там же еще в лесу один стоит вроде как. Я знаю, сейчас тоже его заберу. Вот он. О, сейчас кадавр превратится в обычного зомби. Ой, интересно, а с кадавра
в обычного зомби, а зомби в утопленника так получится, ну, да. Ну, помнишь, мы узнали с тобой, что если кадавр утонет, он превратится в обычного зомби. А если зомби, который превратился из кадавра в зомби, он сможет из зомби превратиться в утопленника? Ну да. Вот сейчас у него начинается процесс превращения в утопленника. Ничего нет, он же ж не трясется. Не, он уже постепенно начался даже. А то, что он трясется, не трясется, это без разницы. О, сейчас рыбу можно собрать. Точно, у нас же ее очень много. Отойди, отойди, я меч. Я просто хочу. Отошел? Мы игрались. Игра приостановлена. Поле чудес. Че тут можно поудалить? Вот это, наверное. Еще одна попытка! Вот это, блять. Ну, совенок оставить, как бы. Я бы не целилась, я... А совенок сейчас на твоих руках держится. О, осу момент. Сейчас поймешь, при чем тут осу момент. О, у меня тут выживание. У меня тут практически все миры в хардкоре. Да, да, мы ж с тобой очень-очень много раз перепроходили, пока я был. Ну все, я запустил. Новый свит. Новый свит. А что это? Я просто уже на стриме посмотрел. А ты вживую посмотри на это. Во-первых, Лень, вот это вот прикол какой-то непонятный. А это еще лучше. Что это такое? Это кто от кого убегал, типа? Прикол. Расстроился с Dream Moment. О, а это... А, не, ну тут болото нормально, ладно, не имею претензий. А, он тоже, ляньте, это что это за прикол? Иди сюда. Иди. Что это такое? Мама, иди тебе... Что с генерацией, алё? Что, пошёл мама как-то тухали? Да, в магазин. У меня появилась идея для нашего домика небольшого. И он будет прям реально небольшим и простеньким. Но жить в нем будет опасно. Очень странно, да? Под землей, что ли? Нет, под землей вообще-то это самое безопасное, что можно придумать. Или ты вот такой дом предлагаешь сейчас? Мне просто доски нужны. Или такой дом предлагаешь? Это тоже вообще-то безопасно. Ну, без крыши. Это тоже безопасно. Понял. Ты можешь крышу поставить на контроль. Ты вообще предлагаешь мне не жить, да? Возьми этот верстак и типа топай. Смотри, где я хочу домик. Вон, за тростником. Где-то вот. Вот там можешь выкопать пещеру, и где-то там будем начинать жить. А это дерево я трогать не буду. Это что это такое? Ну да, типа дом без дома. Так это живут люди в России. Короче, попробую объяснить. Я, короче, хочу вот именно туда, куда я тебя направил, я хочу там сделать... Наркопритон. Ну, ты почти угадал, кстати. Есть. Знаешь, среди холмов, как сделать крепление, на которых натянуть, ой, на которые можно будет натянуть листву древесную. Типа, знаешь, как тент получится, тент. Короче, навес вот такой, как у военных из листвы, вот такие штуки прикольные. Но почему он опасный? Как ты до этого додумался? А я увидел холмы, вижу много листвы, и думаю, из листвы-то я еще ничего не строил в хардкоре, почему бы и нет. Ножницы сделать несложно. Листва фармится, ну, очень легко. И даже легче. Ну, вот я смотрю примерно тут и представляю, что там, как я, знаешь, между этими холмами есть яма такая, ну,
Я не могу объяснить. Это скорее только показать получится. Надо будет себе челлендж поставить. Хардкор Майнкрафта от третьего лица. От третьего? Да, ну с задним видом. Ну я понял, это уже... Не, ну можно будет, кстати. Идея-то хорошая. Тем более прицела не видно. Не как в старых версиях. А, это фолк, я подумал, скелет. И ты его ударил? Нет, все хорошо. Он и меня съел. Убежал. Все хорошо, у меня отгрыз пич. А, и почему он опасный? Ну, потому что там не будет стен, как бы. Ну ладно. Сейчас я найду пользователей аудиукса. Абдата. Roaming.minecraft. Я тебе сейчас, конечно, скину. Ну, тупо поржать. А, принтскрин все сломался, да? Нет, я просто на скоростях... Ну, картина смешная, я на скоростях хотел сохранить картину. Данную фотокарточку. Я ВК скину. Сейчас посмотрю. А, кстати, за вот эту вот песню, которая... А, аватарка Моргенштерна. Как сохранить, как? Аватарка Моргенштерна. Я хочу... Ну, как оно? На стриме показать. Да. Плюс... изображение. Окей, обзор. Ща, бра. Оба. Вот такой вот прикол. Все, веб-камера. О, идея. У меня тоже идея появилась. Все. Где она? Опа. Какая другая вообще тогда получается идея получилась? Как-то... Нет, где она? Оба! Все. Можно играть. Я буду мстить, я папа. Еще бы сделать, как он типа моргает. То вообще прикольно. Ну это попробовать можно сделать. Реализуемо. Ну, насколько я понимаю, даже в After Effects это можно будет сделать. Ну, даже это ты умеешь делать, а я нет. О. Не, я просто вижу, как я уже, ну, как это реализовать. А, я просто нет. Вижу. Ку-ку. А как хорошо ли это получится, я не знаю. Ничего места для дома. Хотя, Лянь, тут даже копать не надо. Или это ты копал? Это я. Иди сюда, открой. Это ты копал, ты хоть серьезно хочешь сказать, что это ты выкопал? А, ты за пещеру эту? Да, она прям... Я ее не копал. Я думал, ты за тот маленький периметр квадратика. Короче, иди сюда, я тут классное место нашел. Ну, сейчас я оденусь, я... И пахну. Нужно все равно найти... А я даже не знаю, что такое Третьяковская галерея. А, аналогично. А, это в Москве такая штука, типа, какая-то, ну, типа, музей, грубо говоря. А где исторические картины или? Ну, наверное. За Москворечье. Прикольный район, мне нравится. Смешной какой-то. У нас есть еда. Целое яблоко. Вот там вот. Так и придумали Apple. А, ну да. Конечно, то, что я хотел сделать, мы не сделаем, но... Сделаем, это будет наш отдых для REST. Ну, место отдыха. Так, у тебя есть верстак, у тебя есть каменные кирки. Ой, обычные кирка. Предлагаю...
А, ну, значит, у тебя нету обычной кирки. Делай каменные. Дерево что брал? Или у тебя его нет? Доски у меня есть, да. Сделай кирок. Я сейчас нам быстренько сундук сделаю. Зачем? Не знаю. Я не могу сундук сделать. Кош... Какой кошмар. Профессионал. Воткну его. Лянь. Засунул. Ну, он тут побудет. Возьму немного досок. Ну, то есть, не одной. Ой, я вижу му-му-му. Ой. А что говорит корова? Му, да? Гав, обычно. А, ну я думал, мяу тоже подумал. Ля какая! Офигеть, мне повезло. Я видел это. Я бы урон снес. Ой, фу, хп. Ну, кстати, ты правильно. Коза бодается. Насчет коза бодается, бодается, бодается. Галерея. Она на коров напала. А как ты это сделал, чтобы она бодалась? А она не на меня бодается. Какая разница? Как это так сделать? Я просто видел, она тупо на корову с разбегу. Да, бум! Тупо как танк. Неплохо. А, блин, Дюха. Дюха. Есть печальные новости. Мы с тобой очень плохо разбираемся в животных. Корова кар говорит, это точно. Что ты делаешь? А, я понял. А мы не сделали мечи. И это очень-очень плохо. А еще тут горит лес. Так-то лучше. То, что лес горит. Ура. Не, то, что я со своего телефона подключился. Ты сейчас лес тушишь? Да. Ну и ладно. Возвращайся до дома. Тут светло хотя бы. И не поспоришь. И ладно. Тебя еще не хватало. Как? Потушить, я не достаю. Маленький. Сделаю свою тактику. Которую я сделал в начале игры. Свою. Ну, вы поняли. Ну, блин, он распространяется. Не надо. Ага, сейчас я распространюсь. Кошмаловка Донбасса, распространяйте. А ну и ладно. Не распространяйте, ладно, я пошутил. Опа, я устал. А где наш легендарный нарезчик? Помер. Отстань. Ты порезался. Миша, подмети нахуй, пожалуйста, только по-человечески. Так, как ты прошлый раз. А, ну и ладно. Ну и не нужно. А, ну ты тоже, кстати, безопасно стоишь. Очень. Блин, место красивое. Очень. Пока. Зачем я бегал? Совсем дурной. В рот ебал, блядь. Да забей там. Ты бы видел, как я помер. А кто из нас первый вообще помер? Я. Ну и ладно. Ты лучший выживатель. А знаешь почему? Ну. Потому что ты стоял на открытой местности и умирал дольше, чем я, тогда, когда я пытался закопаться.
Я тебе отвечаю, я пытаюсь закопаться, на меня скелет нападает. Ух ты! На меня скелет нападает. Паук. Я начинаю от них убегать. Вижу какую-то пещеру. Я ж пока лес тушил, я добыл немножечко этого, как он называется, древесины. Думаю, быстренько сделаю доски, застрою эту дырку, чтобы никто ко мне не спустился. Но в пещере... То, что я в пещере, это ж не значит, что больше там монстров не будет. Соответственно, на меня напали. Я сосал меня. Хорошо. Камзон. И пока я застраивался, в этой же пещере там другой скелет в меня стрельнул, и все, закончилось. А где смертельный тут? Смертельный выстрел. О, идем туда. Будем. Вот. Будь здоров. Спасибо. Вот, вот эту вот елочку оставлю, она прикольная такая. С Новым годом. Вот это тупорылая какая-то, я не знаю, спичка какая-то. Зажигается, кстати, примерно точно так же. А, он там, возьмем, выкопаем себе, типа домик, типа, живем. Как так, хочу я взять лодку и пойду тупо. Фонки. Дрифт. Да. Тихо. Спасибо. А, сейчас я... Стоп, я не понял, у меня что, стоит большая задержка на стороне? Типа, если да, то... Все, заканчиваем стрим. Нет. Повезло. Офигеть, ты тупо псина смотрит. Почему такой карма? На. Работать, негры. Верстак тоже может забрать, пригодится, чтобы его не крафтить. А я сразу начну пещеру копать эту. Да, только смотри, сделай ее вот как понял, в угол, чтобы мы как, типа в шарике там жили. Короче, просто начни там выкапывать комнату где-то 3 на 3 на 3. И... Не понял. Забей. Ну и ладно. А чё ты верстак отдал? Так я тебе не отдавал, ты его подобрал. Так, а чё убежал? Ну то что, ладно, фиг с ним, с этим верстаком. Да, каменную кирку, как ты будешь делать? Ты не ломай деревянную кирку, хер с ней, все равно сдохнем. Поэтому сразу пользуйся каменной. Ой, а я ведьму слышал, мне уже... И скелета... Скелет. Мне кажется, мы долго не проживем. Ура. В принципе, как обычно. Да где эта ведьма хихикает? А у тебя субтитры? Да, у меня субтитры. Ну, а это не субтитры. Вопрос. Но мне показывается, что она прям передо мной. А. Нету никакой стрелочки. Понял. Где-то слева, видимо, шахта какая-то, пещера. Но мы все равно будем копать вниз, как всегда, наши раскопки. Археологи. А, кстати, знаешь, что имбово тут? Если посадить вот эту вот большую сосну, под снегом будет не видно вот эту вот грязь, которую она оставляет после себя. Победа. Да, пещера прям подо мной. О. Ой, скелет с зачарованным луком. Все, всем пока. А сколько мы в этом ченке находимся? А, я ж не так имел в виду. Куда побежал? Я ж не так имел в виду. Вот где-то в этой стенке просто начать жить. А от нее копать куда-то. Нет, стой. Вот. Вот это. Да, все, понял. Тихо, стой. Вот так. Ой. Вот туда копай. Ага. Здесь типа дверь, вот где ты стоишь. Вот, и да. Вот туда чуть-чуть. Все, сделай себе каменную кирку, что ты вот этой фигней страдаешь. Жур, все равно сдохнем. Не сдохнем. Привычку уже никак не убирать.
Да ты уграешь, так же быстрее будет. А деревянную кирку можно сжечь и переплавить на нем целый слиток железа какой. Дерева маловато, конечно. Пускай. Я пойду угля поищу. Темно, как жопе негра. Ух ты. Не спрашивай, откуда я знаю. Ну ладно, больше не буду. Не задавай лишних вопросов. Так, а я сделаю вот так. Так. Вы бы заснеженную деревню найти, вообще было бы шикарно. А, такая бывает? Да. Ой, я, кажется, Майнкрафт сломал. Я 64 чанка поставил. А. Майнкрафт не отвечает. Как можно есть куски лимона без сахара? Ну, иногда можно прикольнуться, это типа вкусно. Конец. А, ты все, типа, совсем? У меня Майнкрафт наверно завис. Ух ты. Как ваше настроение? Прорисовка 64 чангов. Ладно. Пускай тогда так будет. Ой, хорош. Лимон тупо есть. О, у меня Майнкрафт очнулся. О, живем, живем. Ща, я хочу всю местность прогрузить. Ну, в чай. Чай без лимона, как по мне. Ну и то, смотря кто какой вообще... чай. Кто вообще пьет чай? Пошел. Сам пошел. Чай, я пью воду. Вкусно. Я не знаю, куда эту дверь девать, поэтому она будет стоять тут. Историческая достопримечательность. Где? Ну, дверь. Хорошо. Так, где-то... Раз, два, три, раз, два... Ты именно, не надо тут ничего. Кстати, врешь, ты сам чай пьешь. Понял? Когда это было? Вчера. Ого. Это важно. Я вчера пил только воду, алё. Холодненькую, вкусненькую воду. Только через дверь заходил, ладно? Погоди, а как? Я зайти не могу. Там, блин. А ты уголь нашел? Нет. Ясно. Я тоже. Тогда будем произвести. Все, я застрял, капец. Да ты задолбал, заходи. О, все, спасибо. Закидывай сюда в печку этот. Кирку. Наискок. Павук. О, опять это. Носатая смешная. Хи-хи-хи-ха. Так, у меня есть факела. На. Если бога нет, то кто придумал факела? Вряд. Ну блин, а что еще делать? Если у нас даже угля нету. Пошутил, не шути так больше. Вот он уголь. Все у нас есть. Железа нет, угля нет. А кого еще нет? Ничего нет. Выживаем как можем. Идем меч сделать. Надо было идти на новую версию, получается.
Для новой пещеры. Ага. Пофиг на лаги. Чтобы ты там вообще заблудился. Ну и чё? Знаешь, плюс... Есть и плюс новой версии, но есть и минус. За счет того, что пещеры там огромные генерируются сами. Это, как он называется? Ты не можешь накопать себе булыжника толком. Потому что в этом нет смысла во всяких раскопках. У тебя все, практически все ресурсы на перенос. Так. У меня как бы новая версия лагает, но не лагает, но лагает. Я на 10 чанках играю во время стримов. И нормально. О, железо. Нормально. Раз, два, три. Я считать научился, офигеть. Научишь? Хорошо. Спасибо. О, пещера снова. Та же самая. Ой, скелет меня запалил. Только не в жопу. Пошли я щит скрафчу. Крафт, я пока... Нападем на... Застрою. Дай уголь. Сейчас, сейчас, сейчас. Опа. Не хотел вешать. О, а дерево, да, что же. Пока плавится, да, это да, все. Да. Баскетбол. Ногой. Живем. Все, я спрятал нас. Я смог. Я круто. Хорош. Так. Тут один раз хоть. А как? Нет, не того. А ну. Да, это кнопка. Такая дала. Да это нормально прет на железо. На. Я продуман. Обладатели стенда выглядят именно так. Я подумал, что кто-то лег спать, а это было просто надпись типа каменная кирка. У меня, кстати, когда я в соло играл Майнкрафт, у меня какие-то баги просто происходили. Например. То у меня в одиночной игре какой-то пинг, как на сервере, то я краем глаза заметил ник игрока. Чё за бред? Насчёт ника игрока, ладно, бред же. У меня шиза. А вот то, что у меня пинг, как на сервере был, ну, знаешь, микролаг такой, как на серверах. Ты ломаешь блок, и он перед тобой тупо снова появляется. У меня такое было. О-о-о! Фуилля! Отсюда вытекает же вопрос, как? Как? Не знаю. Вот знал бы я. Так. Это... А вот сейчас я не понял. Сюжет. Я стримлю Майнкрафт, правильно? Правильно. Ну. Хотя еще плюс сколько? 11 подписчиков, типа. Это из-за того, что хардкор и нету Глеба. Согласен. Thank you.
А вчера смотрел кашу, наткнулся на стрим, где он говорил, типа, в... а, не, ему на донат написали, типа, выключай свой стрим, чини название, ставь его на нормальное, и сними этот, как его, превьюшку, превью. Типа, поставь нормальную, да. Он говорит, типа, ну, вообще-то, аватарка это, ну, превьюшка это пост ирония, типа, высмеивание тех, кто ставит на превью прямых анимешных трансляций. Нет, на превью прямых трансляций текст стрим. Типа что, и так непонятно, что это прямой эфир. Ютуб же пишет, да, что вот прямой эфир. Там, не, там несколько надписей, что это прямой эфир. А люди берут ставить превьюшку с надписью стрим еще раз. Я увидел себя, но... А потом подумал, типа, блин, а что другое ставить? И пошел он нахуй. Ну, типа, превьюшка ж, по идее, должна отображать то, что происходит на видео, видео, стриме, неважно, на том, что ты открываешь. Ну, превьюш, оно и переводится, типа, как предосмотр, да? Типа, пре, да, перед, вью, смотреть. Смотрю. Да. Я тебе еще давал. Вот, и... Ух ты. О, всем здрасте, всем привет, как у вас дела? Так, ну я думаю, тут... Вечер в хату. Я думаю, тут покопаемся еще. Я вижу Вугиль. А, я подумал, тут этот. Не, я похожу фастом. Ну давай. О, да тут вообще целая пещера. Тупо в очко свое спустился после анального секса. Хорошо. А, все, мне уже нечем идти в пещеру. Это же булыжник достаточно. Ух ты, полотый сланец. Ух ты! Ух ты! Ух ты, пух ты. Там железо, железо. О, железо. Но это не новая версия, к сожалению. Так вот, еще этот, как он называется? Че я думаю? Ну, ты начал говорить за превью. Да, 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 да. Как он называется? Ну, типа, а что ставить на превью стрима? Но при этом Саня, ой, Саня, Каша ответил уже на вопрос, типа, вот берешь какую-то картинку анимешную, ставишь, и нормально. Все счастливы и довольны. Я хотел за деревом сходить. Передумал. Че, избили? Нет, я открываю дверь, а там где-то 3-4 паука такие стоят, смотрят на меня. Я улыбнулся и закрыл дверь. А через маску, о, хорош. Офигеть, у меня роликсы, конечно, на скине. Крутой. Да. Гриша момент. Не шарю. Измайлов. А, все. У него же тоже Rolex. Ой, я вижу ногу паука. Пошел отсюда, на, на. Я его... О, нет, он через дверь трогает. Я пошутил. Ну. Ха. О, ой, бежит, прячься. Да нормально, у нас уже есть оружие. В чем проблема? У нас даже щит есть. О, щит сзади. А как дверь? Все, я закрыл. Наверху, сзади. Повесился. Ну это мой паук, кстати, на кухне. Он примерно так, он примерно так же сидит в уголке. И так же выглядит. Не, если бы он выглядел, я бы его уже вы... Хорошо. Не, он просто маленький такой, у него еще на брюшке какая-то, типа, как костяшка какая-то. Его надо сломать. Паука? Ну, его тоже можно. Ой, тут же эти скелеты, которые отстрел на медление, замедление, медлительность они накидывают. Тут? Да. Я думал, они только в пиках. А где ты его увидел? Вот он там горел.
Наверное, уже сгорел. Ура. О, кролик. Кроликс. О, давай мы его зарубим. Кролика? Ну да, а что нам хавать еще? Тут же даже воды нет. Убил. Но он один. А если он есть один, значит есть и два. А если нету два, значит не будет три. Опа. Это я заберу. Вода есть, чего? Я понял. По какой-то воде. Не, я планирую потом как-нибудь переехать, потому что не сильно тут это место и хорошее. Если мы выживем, конечно. Выживем, не наговаривай. А баранов бы еще найти. Их нема. Да, иначе фантомы нас... Это дело же даже не в фантомах. Можно же с пауков делать. Можно пауков фармить и делать шерсть. А, ну это да. Стой. Пострибай его. Какой из них вырос? Как это определить? А, то тут оба выросли. Маленькие зайчики, они прям микрочелики. Микрозайцы такие. Но мне не выпала еда. Типа с них еда не падает или что? Когда как, наверное. Да ё-моё! Или я слишком... Это все из-за того, что в осу не играю. В натуре. Ну, кстати, я тоже пока сниму. У меня ни одного кусочка. У меня кожа и кусочек. Ха, лох, упал, получил урон. Чё ты стрибаешь? А, да, мне тоже не упал. Заяц, я думал, ты упал, получил урон. А он получил урон или помер от этого? Получил урон. Допрыгался, получается. Ты же семечки бегаешь, собираешь. Да я увидел, как ты начал собирать. О, понял. Семечко, все, мы богаты. Три семечки. Семочка. У меня всего три. А, увидел маленького. Не прям вообще. Четыре. Че они бегают, а я бегать не могу. Дай хавать, я тоже буду бегать. Падла. Он утонул. Еба. Ура, еда. Тростник. Его надо забрать. Здесь мы его, конечно, не сможем, но... Ну, кокаин вынюхать сможем. Ой. Да стой ты, урод. Я не умею бегать. Прыгать могу, но, конечно. Он не с первого удара помер, прикинь. Мечом. А, у них очень мало хп. Я говорю, не с первого, а... А. Короче, я не смог его с одного удара убить. Сейчас бы еще дом найти. У меня опять ВК сам по себе перезагрузился. Это что за бред? И я же тебе говорю, ВК сейчас в последнее время фигню творит. Что ты его только запускаешь, говорит, типа, у вас слишком много запросов. А я только браузер открыл. Типа, мы вас перезапустим через 5 секунд. Такая фигня у меня еще на телефоне бывает. Надо отзывы в ВК, в Play Market написать. Как с Селегой было. Ух ты! А заяц как корова такой, черно-белый. Иди сюда. Мне нужна еда. Да ты тут при чем? Я за зайцем бегу. Точнее, он благополучно от меня убегает. А если медведя зарубить? Ничего, с него рыба максимум может выпасть. А, ну да. В медведе ж много рыбы. Да чё ты не сдох? Сдохни! Топись! О! Второй кусочек. Пора домой бежать, а то я... Такое ощущение, что я не добью. Ну или не найду его. Ты нашел дом, не? Да, я нашелся. Ну я вроде как тоже иду по знакомым местам. Надеюсь, найду.
Ну, по крайней мере, должен. Нам бы сделать срочно ведро воды. Ну, сделать ведро, а воды забрать. А мы можем просто лед сломать, все, вот вода. Да, но она-то может и замерзнуть обратно. А факел оставить я не хочу у нас. Мне жалко. О, третий кусочек. О, снег! Снег пошел. Из всех походов в Майнкрафте самое прекрасное — это снег. Надо еще шейдеры запустить, чтобы для красоты. Минус 300 FPS. Не, к сожалению, у меня только 66. У меня всего 66. Потому. А ты можешь представить частоту кадров в минусовой степени? Ну, это вообще тогда даже установщик не запустится. А, ну ладно. Может, снег мешает ему вырасти? А ты много этих зайцев набрал? Ну, я только вот одна. А. Одна. Одна осталась или одну забрал? Одна забрал. Одна зашла. Чё ты на угле топишь один кусочек зайца? У нас чё, угля много? А, ладно. Бери. Давай. Сейчас. Зачем нужна кроличья шкурка? Да, я. Сейчас я ведро, тушёный кролик. Сделал, сейчас воду сделаю, заберу. Морковка. Мухомор. Печеная картошка, жареная крольчатина, тарелка. Какой кошмар. Блок рудного железа. А зачем? Там у меня есть ведро воды. А, ты еще железо взял. Здорово. Раз уж у тебя есть ведро воды, надо выкопать площадку для этого. Как он называется? На, хавай. Для растительности, потому что хавать надо срочно. Есть кости? Да, ну одна, к сожалению. Ну, это уже три муки. Она может помочь. Сколько у тебя семечек? 10. Да, я видел, ничего страшного, типа, бывает. Я ведь не заставляю заходить. Было бы, конечно, приятно, но... Стрим, кстати, получился вроде как неплохой, но под конец мне надоело в унту играть. Прям очень сильно. А, вот тут это еще сторона. В следующий раз мы тебя на ПВП возьмем. То, что тупо зубочисткой что-то делал, такое себе удовольствие. За жесть. Ты бы видел, как это было сложно. Но зато я теперь знаю, что можно починить этот. Как он называется? Нож. Прикинь, я крутой. При помощи скрапа. Нет. А, стоп. Скрап — это типа металл? Или? Ну да. А, значит да, с помощью скрапа. Жесть. Тащи вкусную муку. Я вспомнил, душенька, лайфхак рассказывал, чтобы вода не замерзала. Ой. Нет, одного ведра хватит воды. Ну пускай будет, просто будет. Ты две потратил, да? Да. Неплохо. А где земля? Куда я ее дел? Че, в сундук? А, у меня земля вся. А, стой. На. А где земля? Я тебе 44 скинул. Я в этот. Хэнди Хок. Поставь факел на булыжник.
Но сможешь вскопать, посадить? У тебя там есть тоже что-то, а я пока буду. Вот бы инвентарь Майнкрафта как вторая, так было бы шикарно. Через таб? Не, именно так, что ты можешь в инвентаре сидеть и ставить блоки, драться при помощи этого. Ну не знаю, не знаю. Тут тоже странная фигня для меня. Все, у меня закончилось. Мотыха? Нет, если бы. Ну, у нас есть какое-никакое мы поле. Сложно его полем, конечно, назвать, но... Зато у нас теперь есть... Это с какого называется? Чай. Мы попытаемся переехать. О. У тебя с едой что, нормально все, не? Ну, по голоду нормально, пока что. Жить можно. О, священная еда. А, я думал, это зомби открывал. Просто тут очень рядом зомби. Это просто тупая механика Майнкрафта, ей-богу. Так, это тебе. Все, конец, заражен спидом. Не надо... Сложу в сундук, что там лишнее. Например, верстак булыги я возьму на всякий. Верстак я возьму. Оу, ё-ма. А, что там? Спину потянул. И как он? Спина потянулась. Хорошо. О, растет? Растет? Или мне кажется? Привет, привет. Растет. Давай еще раз поздороваемся. Привет. Всем привет. Привет. Чату привет. Привет. Приветствуем смотрящих. А подожди, а я не помню, где тут штука, которая отвечает за рост, она показывает. Не помнишь, как она? Я находил, я это помню. Я тоже. А, вон, справа, age. Age, да, точно. Все. Да, оно растет потихоньку. Значит, можно жить. Ну, пока что. Я это только что хотел сказать. А факела мы не взяли. А, дай мне один, дай мне один. Ну, я тогда щитом похожу. Ну, давай походи, а я буду пока вниз копать до 11-го. Все по традиции. Я хочу до железа докопаться. Да, копаю. Хорошо, да, вот конечно. Сам... Обязательно. Первого августа. Ну, это зато не 31 августа. Это не второе. Да, ну а что так много гравия? Можно без него обойтись как-нибудь. Нет. Тут лавы. Нормально так. А эти кирки давал? А то я их накрафтил. Давал, давал, давал. Хотя давал. Три и одна... Ой, два и одна такая уже полубитая. А, все, значит, все нормально. Мне так же. Ну, после стрима, да. Не буду же я прям на стриме сейчас все бросать подписываться. Учитывая то, что сейчас на хардкоре сижу, как бы... Это вообще не тот самый момент, чтобы я все бросал и подписывался. Я испугался. Зачем? Испугался, это так по приколу, потому что меня чуть лава не убила. О, а я лапу слышу, кстати. Все, я бегу к тебе помогать. Не могу из телефона, у меня на телефоне чат.
меня 11, все, вниз не копаем. Ну разве что только уголь. Ну, как повезет. Может быть 10. А может быть и просто 2. Я не знаю. Ух ты. Все, вот пускай вот так остается. Стой. Вот в ту сторону 3 на 3 поехали. Надо будет уже делать каменные кирки. Ой, каменные. Железные. Железные. Еще было бы неплохо, знаешь, с зомбями пойти посражаться. Вдруг... Может, картошка, морковка. Да-да-да-да-да-да-да-да. Меня понял. Но при этом не умереть. Не самое сложное. А, так я тут железо добывал. Да. Я знал, что мы сюда выйдем, но... Мы-то строим такой туннель, значит, строим такой туннель не в зависимости от того, где он находится. Ай. А потом, знаешь, это, стенки построить, чтобы потом их сломать. Нормально. Сейчас я займусь этим. Прикол такой. Так, посмеяться чисто. Да я оставлю здесь лаву в качестве освещения. Там уголь? Там уголь. Я передумал. Сейчас, подожди, я пойду уголь покопаю. Ну, я продолжу, пошалуй. Уголь важно, уголь важно. У меня 18, у тебя, наверное, где-то... Где-то так же. 6. А. У меня 6. А, я понял, о каком ты гравии говорил. А. Не, он тоже. Он вроде бы и нужен. Но он мешает. О, ну вот это уже интереснее, сколько у меня. Сейчас 30 угля. Жить можно. Ну, кстати, алмазы, получается, осталось найти, да? Mm-hmm. Остается алмазы всего лишь найти. Mm-hmm. Жизнь строится неохота и надо. Потому что там хорошая жила. Аж настолько хорошая, молодец. А, лазурит, это ж не лазурит. А что это? Редстоун, я начинаю ломать каменный киркой. Удачи. Копай. За мной лавы не должен быть, да? Да, нет. Я испугался. Думал, ты далеко прокопал. А, тут сланец был. Да и лаву я застраивал, поэтому. А. У меня 44 угля живем.
Ну тут в правую руку надо было взять. Хорош. А, да? Ну и ладно. Не, если ты пришел сюда за рекламой, я сейчас... Никто к тебе подписываться не будет. Реклама 100 рублей. В натуре. Сколько подписчиков, столько и реклама стоит. А, кстати, вот... Реально, прикинь, какой я прикольный. Я сейчас зашел с компа. Все-таки решил альтапнуться. Он просит подписку и сам не подписался. Типа, в чем мем? Хоть бы ради приличия уже сам подписался. Не-не-не-не. Что это неуважение. Я бы тогда еще подумал. Не, ну, типа, а в чем прикол заходить на стрим, чтобы попросить... Подпишись на меня. Так сделай что-нибудь, чтобы на тебя подписывались. Ну, блин, такое все. Я уже не буду подписываться. Зачем? А, ну у него и видео довольно странные. Кто? Ну, у этого Камрона блогера видосы довольно странные. А. Ну, типа, знаешь, как обычно. Да, по сообщениям. Было понятно, что он человеку, ребенку, не знаю, лет 10, наверное. Максимум 12. Ну это я, кстати. Ладно, признаю, я сошел с твинка. Хорошо, все, извиняю. Потому что он заходит такой, подпишись. У меня день рождения. Ну блин, ну не только что у тебя день рождения. Тут у многих день рождения. Сам справишься? Ну я вижу, что да. Зомбизичные. Капельник, капельник, капельник. Я не прыгнуть на него. А я не понимаю. О, железо. Почему он как называется? Забыл. У меня почему-то не все сообщения отображаются. Опять. Ошибка. Поддерживаю, попрошайка. В натуре. Не, типа, реально, надо создавать правила чата. Так и уже дела не делаются. Ну, вместе сядем, он ислам. Ислам поможет. Ислам вообще хорош, прям. Мужик. Я его принимаю. Все честно и правда. Я бы реально его позвал в Дискорд. Погнали, по что-нибудь поиграли. Нет. Не хочу. Вот прям совсем. Ну, я тебе для примера расскажу. У меня был стрим по ОСУ. Ко мне зашел чел в чат. Просто что-то написал, я не помню. Вообще не касательно всяких подписок. Он вроде бы и не подписывался. А, блин, печально. Очень печально. F. Ух ты. Этот. Короче, зашел ко мне чел, пишет в чате. Не по поводу каналов, там, подпишись или еще что-нибудь. Я не помню, что конкретно он написал. Но... А... Хорошо, что я в доту не играю. Так вот. Мне просто стало интересно название его канала. Я зашел, мне понравился его контент, я взял и подписался. Все. Я не знаю, подписан ли он. Но... Чему-то.
Нам нужна железная кирка. Точно. А, я тут железную выкопал еще. У тебя микрофон отвалился? А этот, как он называется? Что за этот? Камратон? Что это такое? Камрон. А, без буквы. Печатался, все, я понял. Ре. Прикольная буква такая, веселая. Ну-ка, сейчас. Там где-то скелет, он на нас нападет, не? Не, не должны. А тем более, я еще там прикрою. Я бы вот так вот сделал, все. Да. А уголь я бы не копал. Во-первых, у нас теперь... У меня его 64 и 13. То есть, все в порядке с ним. Ну, у меня просто принести. Его 26. Дома у нас, в печке. Стак, грубо говоря. Да, он ливнул, видимо, со стрима. Ну и ладно. Ну и пока. Ну и пусть. Одним больше, другим меньше. Вот если бы это ислам такой, все. Да-да-да-да. Если бы ислам сказал, что все, пока. Вот это было реально обидно прям. А этот, подпиши. А, залетел такой, привет, привет, подпишись. У меня, у меня день рождения, стрим, подпишись. Ой, блин, я тебя взял, закрыл. Пока. Замуровали. А, что там я говорил насчет угля, да? У нас с ним все хорошо? Да, и сидишь копаешь. А с головой у меня все хорошо? Железо, кстати. Я не понимаю, как Санька вообще мышкой пользуется. Конченый просто. Он мышку разворачивает как-то на 80 градусов. Наискосок вот так вот мышку держит и играет. Ну, если ему так удобно, типа. Это как Артём большим пальцем вынажимает. То это вообще отдельный прикол, как бы. Извращение какое-то. Так он поворачивает именно так, что прям неудобно. Не, ну, знаешь, этот, как мышку располагать, это индивидуально, но... Вот... W нажимать через большой палец, ну, это уже вообще перебор. Сейчас я фасом отвечу. Да-да-да. Просто какой верх извращения. Ну, у меня... А. Ты же, наверное, не слышишь. В общем, у меня, когда я играю в ОСУ, графический планшет лежит тоже неровно, под углом. И мне так удобно. Донатить нельзя. Там можно, я просто ссылку не оставляю. Ну, как-то, я не знаю, неудобно, что ли. Ты вернулся, нет, или разговариваешь? Я в основном доначу. Ой, доначу. Стримлю не из-за донатов, а просто стримить. Брать аудиторию, не знаю. Общение. Ой.
натуре. А ну-ка. Мне аж стало интересно тоже его контент посмотреть. А, Камрон. Все, я понял, это его ник такой. Ой-ой-ой, как так можно было протупить. Ну. Да хера она ждет много. Кто? Да бабушка Люда звонила. А. Что она там мне рассказывала? Что типа посмотри на небо, посмотри на солнце, ты только играешь. Ну короче, как обычно. А. В принципе. Класс. Смотреть на горящее небо. Она, ну, она в курсе? Я начал душнить, говорю, что у меня глаза болят смотреть на солнце и на небо. Прикол. Она начинает говорить, а это все из-за игр, естественно, конечно, блядь. Играю уже сколько? Ты, кстати, глазами моргаешь, потому что в игры играешь, знал? Да, лучше не моргать, не моргайте, ребята. Вредно. Все, кто в чате, все, кто вообще смотрит данный стрим, не моргайте в своей жизни. Это слишком вредно для здоровья. Вы можете стереть этот... Вы можете стереть просто глаза хуям. И не будет у вас ни глаз, ни зрения. Не надо, не рискуйте. Надо, знаешь, что еще сделать? А когда ты корову успел принести себе в дом? Я? Да. В смысле? Че у тебя Артём мычит, собственно говоря? Ты его в раба держишь, что ли? Или он у тебя под столом мычит? А я не знал. Типа я в наушниках сижу, не слышу его. Я слышу там. Я когда-нибудь его закрою. А он, знаешь, этот телефон, когда вибрирует, примерно такой же звук издает. Это я, кстати. Ну сейчас ночь, можно походить, пофармить. Скелетов. А как делается? Да, можно, как делается вот эта вот канистра для. Какая канистра? Ну, можно. Могу моды поставить, типа. Я не планировал с модами играть, чисто ванила. Не, но... А мне ванила нравится больше всех. Не, вот, кстати, есть. Я же тебе говорил вчера, да, что на самом деле есть интересные. Эти, как их называют? Знаю. Моды? Я знаю, есть интересные сборки. А если этот, как он называется? Дело даже не в интересных сборках, а как оно называется. И есть моды, которые не выбивают Майнкрафт из ванилы. Из атмосферы. Да, они не сильно как-то выносят его. Он остается Майнкрафтом. Ну, говори. Он остается Майнкрафтом, но просто... Мне просто не нравятся сборки модов, которые там с Divine RPG, там вот это все, вот, короче, замысловатые. Я понял. Не то, что мне лень думать, но это тоже одна из причин, в принципе. Мне просто не нравится, и все. Сидит там такой по духу. Да жесть. Опа, обосное оскорбление, Blackfire. Нига Файер. В натуре. А ты кто? А он чё, негр. Мне полное право. Негр. А где нарезка? Где нарезка? Где нарезка? Срочно. О, кстати, в натуре он шёл. Где нарезка? Где нарезка? Где нарезка? Я захожу на твой канал, если не вижу нарезку, автоматом бан. Срочное видео. Смотрю. Не, тут как... Тут какая-то пиздилка, неинтересно. Нету нарезки, все. Конец. О, играешь в Brawl Stars. Погоди, что у тебя по Brawl Stars? Прикинь, у него даже есть вот эти... Как их называют? О, охуеть, у тебя Леон есть! Я понял. На 1К кубков, ты чё? Ислам. Охуел? А чек ничего Ислам написал. Ислам хорош. Не лезь на улицу, там скелет замедляющий.
Да, на тебя ислам нагонит порчу на понос. Да долго монтируешь ты, что такое ленивый распиздяй. Значит, Бравл Старс ты снимаешь каждый день нахуй. А, блять, смонтировать всего лишь матюки на 2 часа и все. Это тяжело. Можешь, кстати, мои скриншоты влепить. Ну, скриншоты с того, как... Можешь сфоткать меня. Позируй. Дюха, позируй. Он тебя за скрине тоже поставит. Он вставит тебя в тот видос. Давай. Мне надо сексуально одеться, чтобы видно было. Типа, давай. Ебите как хотите. Ой, я даже очку с фоточку. Давай. Он зафоткает. Ой, вставит твои скриншоты в этот, как он называется. В свой видос и скажет, вот этот вот человек, вот этот человек меня оскорблял, запомните его, найдите и убейте. Фотка с каждого ракурса, чтобы типа как в полиции. А, да-да-да-да. Да, становись у стены. Вот печек сзади. Все. Давай. Все, готово, давай боком. Можешь просто по приколу покрутиться. Прям кругом. Быстро. Гифку можно будет так тебя затолкать. Идем. Все, вот ты меня запомнил. А я тебе штаны дал? А себе... Да, у меня все. Себе не сделал. Все, давай, ты меня запомнил. Жду этот твоих гачи парней. Как? Я ему у меня это. Я буду стрелять из очка дилдонами был. А как делается бочка на вознице? А, на бочка на вознице, это как его компостер? Да, вот именно он. Ну, книжечка в помощь, чё париться. Класс. Пользуйся книжечкой. Как делается компостница? Показывай, рассказывай. Не знаю. Ну вот и все. Её там нет. Значит, она из каких-то материалов? Дорогих. Да, алмазы, незерит. Может, из палочек, нет? У меня есть палочки. Он бы тогда-то показался в недоступных крафтах. Раз на то пошло. Может, земля нужна? Я не знаю. И нет предположений. А, ну тогда все, ты все, неинтересно. Нахер ты там. Нахер ты тогда вообще с этого сидишь? В натуре. А как крафтится? Компостер. Бочка навоза. А, нам надо заборы, прикинь. Или полублоки. Полублоки. А, ну все, просто все сделаем. Во, появилось. Все, я скрафтил. А, скрафтил. Я тоже чуть не скрафтил. Поставь ее. На факел. А. Ладно. Что можно туда еще закинуть? Погнали, я сделаю нам еще кирпич. Да, реально, Blackfire, всем глубоко насрать, что ты там снимаешь. Мы ждем нарезку, мы все дружно ждем. Вот эти все 100 подписчиков, исключая тебя, ждут нарезку с матюками Глеба. Как он матерится? Дюха. Помнишь хардкор? Ну. Теперь у меня следующий вопрос. Зачем нам 150 полублоков, булыжников? Ладно, пофиг, идем. Ну, смотри, ну это первый вариант, который я знаю. Отойди. О, тотем этого. Это писька Blackfire. Ой. Ислама, всё. Ислам. Это тотем ислама. Понял, мы его строили на выживание. Все. Вот, тотем ислама. Не, надо будет придумать. Ручку себе. Да, слава хуям. Выебите меня срочно в страку.
Хорошо. Ну да, этот. Сколько у тебя кирок? У меня 3 камня. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, 6-я поломанная. Дай одну. Ой, что я сделал? Кого? Что? Что осуждаю? Да я просто поставил другой этот. Да, блин, отъебитесь уже. Ну ты жесткий. Долго гулял? Пожалуйста, расскажи, очень интересно. А ты долго сидел и рифмовал вот это все? Ну расскажи мне, пожалуйста. Ну типа, тебе голым на время забанили или как? Ой, скелет. Оз, сейчас сыграет на руку это все. На! Бубух. О, нормально. А ты чё без щита полез? Я ж тебе дарил щит. Поздно. Я пока переключал бы щит, я бы на эту кучу времени потратил и помер бы. Благ получил. Лянь, там еще какие-то бати, туннели. Blackfire, бате твоему нарезанный презерватив подарили. Ну, продали точнее. О, ля там. Железо. Железо. У, я нафиг эти ваши железо, дай мне полублоки эти. Они теперь просто полезны. Ладно, я железо заберу. Я спрашивал, да, там, зачем мне эти полублоки нужны были, да? Теперь мы узнали ответ на данный вопрос. Раз. А что ты там моему бате рассказал? Три. Расскажи четыре. Мне. Четыре. Ну, четыре уже неплохо, можно сделать алмазный. Ты рассказал моему бате, какие презервативы не стоит покупать для секса? Так он сам знает уже. Ну, так по своему опыту, я же говорю. Я же это имел в виду, в принципе. Еще? Что? Еще алмазы? Раз. Нормально. Два. Три. Четыре. Восемь. Уже неплохо. Бля, нормально. Живем. О, эндермен. А я говорил, что мы только алмазы еще не нашли. Опять, у нас сейчас происходит беда, как в Антюрнете. У нас есть уже алмазы, у нас есть железо, у нас есть уголь. Мы уже почти в полностью железке. Нам... О, крипер сзади, обернись! Да, кидай его на меня. Что расскажешь? А, не понял. Не, скелет в меня стреляет, я говорю, еще что расскажешь? Не, подожди, у меня что, стрим помер? А, не. А у тебя, да, он иногда берет, лагает. Это, наверное, АБС. Надо будет разобраться. Обязательно. Я передумал. Не иди сюда, там скелет. А дай угля, я на факела. Так выкопай, у меня нету угля. А, я себе, я сам сюда пришел без факелов, выкопал себе два кусочка и. Балдею. Я могу палочек дать. Вот это да, это ко мне. А куда? А вот он еще один кусочек. Вон, он сюда, наверное. Да. Офигеть, я обосрался! А я? Идем. Пока неплохо живу. Очень даже неплохо. У тебя, по идее, теперь должны быть косточки эти, да? Да, три косточки есть. Три косточки, это 3×3. Сколько? 9? 9. Своя математика. Ля там, орда! А где ты? Я твой ник теряю. Дырки какие-то. Отстань. А чё он меня отпрыгивает? Кто из них тут дурак вообще, да? А, всё, конец. Их там было трое, и я вылажу... А ты что, бана боишься, Blackfire? А вот мы не боимся, мы не боягузы. А ты боягуз. Фига себе, прикол.
А, стоп, чё? Я зарофлил по поводу, чтобы он нарезку делал, но я сделал. Ладно. Поймал на ошибке, тупо на байт. Забайтили. Теперь у него забит жесткий диск, сколько там? Ну, короче, несколько гигабайта, да. Видос. А, скелет у нас! А, золотой скелет! Беру, беру щит. А, он у нас в туннеле? Да. Будем по очереди выходить. О, ну хоть так. Там еще один скелет. Я предлагаю убегать, потому что мы не я лох хпшный. Давай за мной будешь бежать, ставить факела, помнишь, через каждые 6 блоков. То есть ставь вот тут вот один, да, первый сейчас посередине. Прям. И через каждые 6 блоков ставь факела, а я пойду зачищать. В натуре. Так в этом был... Я ж когда говорил, чтобы он сделал нарезку, я хотел пошутить в плане этого, как он называется. Блин, откуда? Ты чё пугаешь? Свалился, наверное. Очень вполне вероятно. Стрим-то и так выкладывается автоматически в интернет. Типа, зачем его записывать и выкладывать в интернет, типа? Интересно, сколько что времени... Я не думал, что ты всерьез будешь делать эту нарезку. Сколько ты времени на нее потратил? Сколько ты места на диске? Забайтили чела. Потратил. Нет. О. Мы опять сюда вернулись. Кого вернулись? Мы в одну сторону идем. Чего? Ставь полублоки, нам их девать куда-то надо. У меня их нету, я тебе все дропнул. Я тебе тоже дропнул. Вообще-то. Правда, только что, но. А здесь можно, знаешь, как. А, сейчас покажу, типа. Здесь можно заборчиком сделать. Типа стиль. Понял. Теляга. Правда, не получилось так, как я хотел, да? Зато как это сделано. Самое главное, да. Самое главное их потратить. Реально. Тихо. Нет, ты правильно поставил. Правда, оно было несимметрично, вот как... Если бы ты поставил правильно, как ты это сделал, это было бы несимметрично. Забей. Я не могу сформулировать. Я понял. Идем обратно? Может быть, у нас еда готова? Банни хоп, классная вещь, которая есть в CSGO, ну то есть в Майнкрафте. Ой, это сломать надо. Мы упустили как-то. А я бегать уже не могу. Черных пропустили тупо. Так у тебя где лайплой должна быть, не? У меня? Не лая? Да, есть. Я один раз, кстати, голод не получил, прикинь. Не, я лучше постою, чтобы голод сошел. Ну, если кто-то смотрит, значит интересно. А я осу спиннер. О, нормально так. Вырастало все. Мне нравится. Да? Ну пособирай, что там выросло. Да я сейчас еще муки сначала накину. Сначала лучше пособирай. Типа, а вдруг оно на ходу вырос магическим образом. Ну тут на хлеб должно хватить. Там еще в сундуке один лежит. О, железный нагрудник. Да, я его сделал, но я его не одевал, потому что я тебе его не сделал еще. Не, можешь себе одеть, потому что у нас уже я железо одел, есть. А я тебе тогда сделаю. Да, у нас уже есть железо. И надо уже по чуть-чуть переходить на железные кепки. Мы с Глебом сколько повыживали. CSGO, ну может быть. Может быть, качать надо. Не, лень качать.
Ну, позже. Бля, CSGO без прайма, такая поебота вонючая, тупо для дебилов, умственно отсталых. А? С этим согласен. Я даже этот, блин, как его... Как оно в Steam называется? Отзыв его написал. А, это же... Ну, типа... CS прикольная игра, но без прайма хуйня ебаная, блядь. Не игр... Делай выводы. Покупайте прайм, либо идите нахуй. Так, алмазы сюда. Сделаю... Я чуть из камня не сделал сундук. Опять ночь. А какой день? Третий. Нам другим большинству срочно... людей. Хорошо, тогда почему у Мармока за сколько уже? За 10 мультов перевалило с подписчиков. Ты хочешь сказать, что 10 мультов это мало? Начнем с того, что Мармок не только КС снимает. Ну какая разница, кому ты говоришь? В любом случае, ты сейчас обижаешься. Я не знаю, обижаешь ли ты ли вообще на то, что... Этот, как он называется? Мы матюкаемся. То... Мама запретила материться, к сожалению. Ну если тебе не нравится... Не, нам надо будет... Я все равно не понимаю, какой смысл. Ну вот, тебе не нравится то, что... У меня на стриме присутствует мат. Ливни. Маме пожалуйся. Да, блин, у меня будет на одного подписчика меньше. Может быть, зрителя, а не подписчика. А это но... опять у него на канале есть, можешь посмотреть ролик. Называется 4 GTA или как его? Сейчас скажу. Я не помню, как называется, но GTA 5 будет. Да, GTA... 5-4 минуты 33 секунды. Я планирую снять GTA или видео, или стрим. Тут еще точно сказать. Тогда не придется надо. Место чистить. Но она будет. Тебе? Да. Ну и мне придется чистить. Только у тебя терабайт так-то. 500. Ну, у меня ж 500, у меня ж забито. Ну, у меня вот уже 42 гига, у меня забито, мне придется все. Не совсем стрим. Смотря что по GTA делать. А, понял. Значит. Давай тогда будешь чистить место для GTA, скачаешь GTA, я скажу Юре. Втроем залетим в GTA, будем тусить на онлайне. Потому что я даже не знаю, что мне придется удалить, чтобы скачать GTA. Крутой, крутой. А, удалить? Я тоже не знаю. Я-то не знаю, что там есть. Да. Я тебя звал? Интересно. Новых предметов интерес. Спасибо за карточки, Саня. Опа. Радугу не выход. Удалять. Невыгодно. Ну, Радугу, Грисмонт. Возможно, и я куплю. Я даже сейчас, может, посмотрю. Ключ. Радуга. 60 рублей. Не. А сколько? Шаня. Привет. Я GTA в любом случае могу без дюхи. У меня есть люди, с которыми можно будет весело поиграть в GTA. Но и с Дюхой это хотелось бы, потому... Если Дюха хочет, он... Зная Дюху, он в этот... Как он называется? Ты начистишь себе диска столько, что ты и 3 GTA скачаешь. Может, Unity удалить? А покажи Unity? Место освободиться. Assassin's Creed. А ты прошел? Не. А зашла еще тебе? Не прошел. Типа, зачем? Да, интересно, мне понравилось. Там очень классный паркур, но я в нее перестал сейчас играть из-за того, что бегать от точки А до точки Б долговато. Ну там, ну из-за того, что паркур это очень интересно. Боевку я до конца еще не понял. Я не могу спокойно контратаковать.
Я понял плюс-минус, как работают костюмы, ну, одежда. Там же как RPG-механика, покупаешь лучший костюм, ну, одежду. И этот, как его? Сейчас я вспомню. Там прокачивается стелс. Ну, то есть... Ну, я думаю, ты понял, о чем я. Ну да. В Резик я перестал играть. Я умираю много. Нормальные сложности на неграх. А Резик-то... Resident Evil, Biohazard... Короче, седьмой Resident Evil. А, понял. Нет, Dota это злой. Единственный контент, который я никогда не буду снимать, стримить или еще что-то. Ой, Dota, фу, блядь, ну только не это. Долгая... Ну, она интересная, но не дай бог. Мне из... Хуй, прости. Да, пофиг. Броня есть уже. Не... Мне из... этот... Из как он называется? Из Dota нравится только вот озвучка. Все. Ну, а может, персонажи некоторые просто красиво сделаны, но... Задумка. Но играть в нее рун-дук я не могу. Для рун. Рундук. У меня есть игра, из-за которой я могу сломать комп. Это Профхала. Кстати, можно будет сейчас чуть-чуть поиграть и запустить. Почему бы и нет. Кстати, рассказываю уродскую новость. Я играл сегодня в Genshin на приставке. И как он? Прикольно, мне понравилось. Ты знаешь... Я узнал, что на Эмбер можно Ешку зажимать. Да. На многих персонажах можно ее за ним зажимать. Не на всех, но можно. Нормально. Free Fire, я не знаю, что это. А, это. Ой, Free Fire, это. Это Free Fire смешно. Да. Годно пошутил, но честно, херня. Я не понимаю, как люди в нее играют. Есть же PUBG, тот же самый. А что это? Пусть не PUBG. А, это... Ну, это типа как Battle Royale, короче. Полублоки. Где? Я тебе их давал. В сундуке, я сейчас прибегу. А, нет, тогда не беги. Мы потом их лучше израсходуем. Соус Парк, попробую... Этот... О, да, палочка там, как палочка какая-то есть. Ну, типа, Южный Парк, Палка Истины вроде называется. Харизм. Я посмотрел... Прикольно. Не, Horizon, штука. Horizon, я же Horizon говорил, да, Horizon. Horizon тоже, ну, в наметках я в ближайшее время ее буду ставить на закачку. Возможно, даже сегодня. Что еще? Соус Парк попробую. Horizon выглядит прикольно, по крайней мере, я картинки только посмотрел. А, Horizon Zero Dawn, да? Ага. Да, вон. Сам. Не, я ее хочу обязательно на, именно на приставке пройти, как-никак эксклюзивка. Была. Типа прикольно, что, кстати, вот эксклюзивки выходят на ПК, как по-моему. Типа, ну, это... Смотря какую, кому, потому что есть же консольщики, которые обижаются, вот типа, блин, я покупал консоль, чтобы играть в эксклюзивные игры, а их портируют на комп. Руину. Блин, Глеб, но здорово. Я бы Руину поиграл, но... Ой, это Глеб зашел? Да, Ланзелот, это один из аккаунтов Глеба. Глеба, здорово! Я не до конца втупляю, что происходит. Очень-очень отдаленно. Попробовать могу. Кто в желтом? Ребенка в желтом. А, я, кажется, понял. Тот, это... который Валера снимал. Да. Я его стримил. Вот эти стримы я закрыл. Кинешь потом, как... хорошо. А как он называется? Я забыл. A Baby in Yellow, так и называется. А, да? Да. А, это ухаживать за вот этим вот? Да, за демоном. За лысым? Хером. Да. Не, ну мне Валера очень понравилось, снимал. Можно будет попробовать на самом деле. А этот, как... Я просто думал, а... Как называется? Я же играл... Раздавали еще в Steam бесплатно. Payday? Нет, она в капюшончике такая, желтом тоже. Хоррор. Little Nightmares, ребенок. Вот она. Ну, мне почему-то... Ой.
Ой, я эти стримы помню. Я еще без компа был. Ля, мы с тобой прям. Я бы еще и во вторую часть поиграл, но не, что-то не судьба. Олень. Да-да-да, увидим. Еще в ВК написали. А я, пожалуй, удалю, попробую Assassin's Creed. И второй Resident. Ой, седьмой. Удалить. Unity, привет. Удалить устройство. Все-таки Сталкер. Решил GTA 5 поставить. Привет, так, хочу с вами поиграть. Я тебя давно звал в GTA 5. А. Но тебе ее не... Ну, места не было, чтобы скачать. Понял, тогда я начинаю сегодня качать игры. Нет, я сейчас хардкор играю, и тут только вдвоем. Не зависит от того, умеешь ли ты играть в хардкор, там, Майнкрафт. Да, все, у меня есть место на GTA 5. Просто вот я играю сейчас только с другом. Но в ближайшее время я планирую запустить стрим, на котором не будет хардкора, и на который может зайти кто угодно поиграть. Опять я, друг, да ё-моё, зашу. Ну ладно. Ну, брат, хорошо. И о том, так что... Даже... Допустим, что это сервер с лимитом в 2 человека, не более. Версия только... Я даже знаю какую версию, хостинг, допустим? Который... Ну, говори. 1.17.1? Какую запустить? А зачем хостинг? Я в описании просто оставлю этот... А. Так у тебя интернет откинется. Данные на родмин. А чё откинется? Ну ладно, в общем, я тогда разберусь, как запустить сервер с нормальным хостом, чтобы мог зайти абсолютно кто угодно. Захотел, зашел, поиграл. Ну, я тебе могу скинуть. Правил никаких не будет, типа... Гриферы, ставай всякое такое, типа вообще пофиг. Это будет приватный сервер. Анархия. Можно так сказать. Это ж анархия, по сути, называется, да? Когда... Ну да. Приватов, гриферство, вот это все. Желтых. Желтых. Хорошо. А еще больше гравия, прошу. Умоляю. А, СП Денис. Хорош. Да, сюда. Хорош, Глеб. Ну, это, типа... Майн Денис будет. 4, ладно, будет один. Или СПО Денис. А, Шилд. Почему? Ну, типа, почему Майн Шилд? Это, типа, ютубер какой-то, Шилд такой? Или... Нет, Майн Шилд просто придумали. А, уйдите! Забили до смерти негры, чурки, чурки толпой, чурки толпой. Я чуть не сдох. Чурки толпой, захуй. Чурки толпой. Не, я просто думал, может, у Майн Шилд есть какая-то причина, почему он так называется. Не знаю, я... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Оп. Да, Денис пойдет в Академию Майн Шилда, будет пилить стримы и ролики по Майн Шилду. Три... Пройдет Академию, я выпью за это. За него. Три. Тут поставь. А у меня есть факела как будто. А, понял. Но я могу сделать. Давай. Три. Сюда. Сюда. Глеб, нету Неркина на Майншилде, прикинь? Это чудесно, это как грустно даже. Я вообще не знаю, кто эти Майншилды. На третьем Майншилде нету Глеба. Ой, Глеба. Ну, Глеба тоже. Не, хочу, чтобы тоже... Блин, было бы прикольно, если бы кто-то из наших был на Майншилде. А мне лень будет пилить ролики по Майншилду. Я бы с удовольствием, но лень. Да и строить я тоже не умею.
А там именно строители берут? Не, ну там большинство людей только строят. Не, ну я о том, что... Типа на PvP там всем похеру. Не, PvP-шутся. Люди там тоже PvP-шутся. А там что, типа тоже нету правил на то, что... Гриферство или еще там что-то? Не, вот гриферить вроде, насколько я помню, там запрещено. Уже хорошо. Там еще, если кто-то у кого-то что-то украл, ну там, ну, то же самое загриферил. Ты и, ну, короче, РП-процесс проходит. Ты ищешь. Если ты нашел этого человека, то ты устраиваешь с ним суд. А, если... Ну, ну, я понял, да. РП-элементы. Весело и интересно. Доламываем каменные кирки. Наверное, перерыв. Стрим, правда, короткий получился. Да я как раз кухать хочу. Это, наверное, круто, да? Дюх. А. Спайк! Хорош, поздравляю, Слав, хорош. Это круто, да? Да, спайк это круто. Спайк это лего вообще-то. Понял. А еще у спайка ульта классная, гаджет классный. И пассивки классные. Просто... Обравли, я вообще ничего не знаю. Я один раз зашел. У Артема спроси, возможно, он знает. Кстати, нет. У него ни разу не было Бравла скачанного. Прикинь. А может, он Бравл Старс в Роблоксе смотрел? Ты не думал об этом? Ну хорошо, он точно не знает, что это крутая... История... Ну, говори. Он точно не знает, что это какая-то там крутая легендарка или еще там что-нибудь. Вот это прям что точно. Там любовная история Кольта с этим, как его, Эль Прима. У тебя много еще каменных кирок? Еще одна. Вот а ты вот можешь это. Сервер оставить, я покопаюсь. Не, просто чтобы знал, сколько еще. Вот, вот эту доламываю и еще одна все. А, понял, хорошо. Давай я возьму за колотый. Угу. Давай сейчас стараться будем меньше использовать каменные кирки и переходить на железные. Для нас это, конечно, с тобой сложно. Да и железо у нас там практически на каждом углу вроде нет. Нет, ну, железо я достаточно. Просто о том, что мы с Глебом долго переходили к железным инструментам только из-за того, что я с приколом, и у меня, знаешь, вот как привычка, что доломать, или страх... Доломать. Дело даже не в доломать. Когда мы с тобой хардкорим, у нас же постоянно с железом проблема. Мы железные кирки и вообще железные инструменты почти не крафтим. У тебя спрашиваю, сколько дней осталось здесь стрима ОСУ? Если такой вопрос, то тогда сегодня вечером запущу стрим по ОСУ. Где-то в 20, в 21 вечера доделаю карту. Ну, там сложность одна. О, а я буду, пока ты под ОСУ будешь мапить, я буду эдит делать, ну, учиться. Давай. Молодежно. Бля, круто. Спрашивают, когда ОС. Ну, то, что мапишь, это раз, у тебя уже 1000. Значит, интересно. Ну да. Знаешь, хорошо. Ты уже добиваешься успехов, это круто. Может, в описании, этом, как он называется, под картой оставить, что я иногда на стримах маплю. Точнее, маплю только на стримах. Тебя Глеб спросил, типа, в смысле эдита. Ну, это, знаешь, как вот эти анимешные... обработки, только видосы. Ну я тебе в ВК скину ссылки на эдиты там всякие. Только Глеб спросил. Ну, да, кинешь ему там. Ой. Кинешь ему. Я-то видел эти эдиты, хотя и он видел.
Да все видели, раз на то пошло. Ну да. Я вообще видос планировал запилить. Вообще прям именно видос. Сделать. Потрудиться, постараться. Как у Хумаса. Он меня вдохновляет, Хумас классный чел. Так, надо будет его посмотреть, потому что я часто его слушаю. А, Дзед, я не знаю, как твой ник читается. Ну, пускай Дзед. Сейчас я дверь открою. Давай. Если ты тут, то можешь написать какую-нибудь песню, которую я бы мог помапать. Если мне она зайдет, то я могу посидеть, помапать ее. Почему нет? Герда, ухо к уху прилипло тупо. Кого? Это так угарно выглядело. Все, я тут. А что тут? Мама с Санькой уходили покупки, ну, скупаться, купляться. Ага. Дюха, оставь точку в чате. Исламу интересен твой канал. Ну, а там все практически ролики я позакрывал. Они только по ссылке. Я канал чистил. У меня еще есть старый канал, старый, прям настолько старый. Там был, там точно World of Tanks был. О, я помню, это даже ты у меня снимал. Да, у тебя. Все, у меня эта кирка сломалась. На бета-тесте сидели с тобой. Угу. Я боюсь, я хочу сейчас посмотреть, но мне будет тупо кринжово. Сотый уровень кринжа, это хуже, чем у Хулеба, когда он прощается в конце стрима. В смысле хуже у Хлеба? У Хлеба прекрасное прощание. Все, ладно, вопросов не имею. У меня тупо там лютый кринж, там такой писклявый голос. О. Не то, что этот накуренный. Не, ну я не знаю. Я иногда даже... Ну знаешь, когда я смотрю свои старые видосы, я кринжую не от... голос или еще от чего-нибудь, от того, что я делаю, типа, зачем? С какой целью? Да. Но при этом, как зарегистрироваться на сервере, у тебя собрало нормально так да, просмотров? Да, очень мало кто знает, даже никто практически. Я, ну, опять же, снимал Майнкрафт, World of Tanks у меня был на канале, у меня был Антернет немножко, Бравхала, эдиты были. Не, у тебя просто монтажики были. Ну, монтажики. Они сейчас есть вроде на канале. Да, я их не удалял. Я о том, что контента было много, и у меня был один единственный видос. Я не знаю, я очень сильно хотел этот, как он называется? Видос. Да, я очень сильно хотел тогда сделать видос, но я не знал, какой видос сделать. Уйди отсюда и не мычи тут. Я очень сильно хотел сделать видос. Какой-нибудь, но я не знал какой. Я подумал, типа, если я играю на Red сервере, то почему бы не сделать видос того, как зарегистрироваться на Red сервере. О, он собрал около 3000 этих, как он называется, просмотров. Я не знаю, кому это было интересно, кто это прям смотрел, но каким-то образом. Да, Мишка Фредди был. Ну там, правда, только его башка была. Но было такое, я помню. А, шо, подпишись на канал. Шо там? А что-то... Что? Рэмси строил у себя на ютубе? Я точно помню, почему Громадей. Это я не забуду. А как мне зайти на канал? Рэмси. Как мне это сделать? Не. Этот тотем, конечно, прикольный, но... Я его переделаю.
настройки в Майнкрафт, вот это и проблема. Не-не-не, такое я смотреть не буду. Подписываться тоже, извини. Потому что, знаешь, не солидно, чтобы в честь ислама стоял хер на острове. Такое себе. Даже если его оформить красиво. Просто сделал в честь тебя какой-нибудь тотем красивый. Я не знаю, как объяснить. Надо. Еще раз напишешь этот, в бан пойдешь. Я тут. Угу. Родители пришли. Блин, на улице опять ночь. Все увидели твое сообщение просто о том, чтобы на тебя подписали. Одного раза хватит, зачем спамить? Я сказал, что я не хочу подписываться, остальные как хотят. Ну, 185 подписчиков тоже, кстати, круто. Неплохо. А, вот. Хорош. Спасибо. Я не понимаю. У меня практически какой стрим не открой, я как минимум один раз на нем окну. Вроде прикольно, а вроде не очень. А два алмаза у меня откуда, я не помню. А, мы в пещере выкопали, все, вспомнил. Мне нужен щит. Щит пока. Меч. Пор. Где? Мне его звук не нравится. Ага. А ну иди сюда. Он стреляет быстро. Фух. 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 Спасибо, пока. Удачи тебе. Ух, можно выдохнуть. Да за что ты так? Жесть. Типа он же никого не оскорбил, ничего. Единственное, что да, он два раза проспамил, можно так сказать. Ну вот, кстати, да, я это снова. Плюс уважения. А что тут плюс уважения? А, чел зашел, у тебя не было. А, типа, подпишитесь на меня. Я говорю, типа, шоу тебе за контент. Открыл, посмотрел. Сказал, что типа нет, не буду подписываться, мне не интересно, ты извини. Но я оценил то, что у него 185 подписок, типа. Какой трафик? Алло, у меня 4 зрителя, из них ты. Идюха. Все. Сейчас кваску налью. А если кому-то интересно сидеть на двух каналах смотреть? Ну, блин, я не знаю. Один раз хорошо, пускай прорекламился, все, но мне не понравилось, что он типа два раза написал. Подпишитесь, подпишитесь. А ну интересно, он что, серьезно подписался, типа? Или он просто я подписался?
просто увет не пришел. Подписался реально. В шахте живете? В шахте живете? Ой, ну да. В пещере. Все. Скажем так, правила, конечно, нужно какие-то вводить, соблюдать их, но не так же же зло. Ну, гля. Не, надо. Вот почему ты не горишь? На улице солнышко. Иди сгори. Отойди. Чтоб ты сразу отбежать смог. Ух ты, а что происходит? Это что за ремсим про Майнкрафт? Кого? Ремси про Майнкрафт. А что это такое? Так это чел в чате. А, так канал. А, он шорты много снимал. Крутой. Ты крутой. Ну, не прям много. Но это не его шорты, к сожалению. Это этот... Тут большинство, которые... Ну, не его, короче. Я понял. Блин, не похавать тебе нечего дать. Так... И нету, я ж пытался убить этого скелета, чтобы косточки забрать. Ой, все, к нам придут эти... Летают. Да пофигу, мы... Пусть залетят. Я хотел в этот запрыгнуть. Я что-то хотел запрыгнуть в компостницу, зачем? Сейчас. Как дурак. Так это не твои. Я сейчас прямо сейчас посмотрю. Че сразу бычить, я высказал свое мнение. Ну докажи, что ты можешь. У тебя есть Minecraft Shader, но при этом все то, что ты снимаешь именно видео на телефоне. Откуда такие красивые шейдеры? BSL. Расскажи мне. Ты даже закрыл TikTok-овские эти водяной знак с Маликом и с Xiaomi. Этот. А, и я убил. Это на тебя, это ты берега путаешь. Я тебе уже такие факты привел, которые никто еще не видел. Чё ты? Вот, а, пока... вот сейчас день, он меня трогать не будет пока что, да? Ну вот с рисунком, возможно, да, это твои вот рисунки. Кстати, Боню ты его довольно красиво нарисовал, то ты не поспоришь. Угадай, Бравлера, ты опять украл видео и закрыл при этом водяной знак ТикТока эмоджевским смайликом. И закрываешь дальше. Ну, рисунки я, кстати, не видел, там есть еще какие-то, да? С аватарки, ладно, тут и я даже и не поспорю. Ну и по ФНАФу в какой-нибудь поиграть, тоже твое видео. Паркур. Паркур вроде бы его, да? Очень навряд ли. Учитывая... Там вроде шейдеров нет, и превьюшка самая обыкновенная. Ну... Ладно, сейчас. Но он играет с телефона, начнем с этого. Ну так. Тем более. А тут и с компа геймплей. А. Да, если он... У него все видео с телефона. Это не знаю. Мне вообще без разницы, кто как делает свой контент. Да, конечно, расскажи мне, что это просто для красоты. Я как будто не знаю, где ставится водяной знак ТикТока, как будто я ни разу не пользовался им, не качал видео. Еще что мне расскажешь? Жесть, я не гоню тебя на конфликт, я просто... Ты просто шизик. Признай, что ты воруешь видео.
перезаливы это нормально. Ну, плагиатить чужие ролики это нормально. С этого все люди начинают. С воровства контента. Но было бы приятнее, если бы ты сам свои ролики делал. По хардкору. Ой! Да. Хардкора на бедроке, к сожалению, нема. Я родился дважды. Трижды. Ты видел это, нет? Нет, не видел. Я под дерево спрятался. Отмотай стрим. Лучше просто в дом залезть, на всякий случай. А это Рэмси про Майнкрафт или про именно по скиллу или про который именно про Майнкрафт снимает? Скорее про типа о Майнкрафте. Я просто сказал все факты, которые это, ну, именно факты. Тут... Это нормально то, что ты там крадешь чужие ролики. О, кстати, да, я много вижу такое. Какие помидоры? Иди со своими помидорами. Но рисует он довольно классно, мне понравилось. Более он довольно хорошо нарисовал. Опять же, если это его рисунок. Скинешь видос? Если рисунок... Это... Я тебе просто скрин скину, да и все. Может быть, чисто из-за рисунка подпишусь, потому что мне нравятся люди, которые творчеством своим занимаются каким-то. И жаль, что многие это творчество не замечают. Вот тот же Игорь. Так это... А, так автор золотой или по-другому. Ну, короче, вот рисунок. Если это его рисунок, то я просто текст не могу прочитать, который справа от рисунка. Ага. А, хера. Автор золотой. Ну, спрингболи. Или по-другому Саша. А, ну, видимо, это не он рисовал. Ну, имя мы его точно не знаем. Ну, это тоже. Может быть, у него, знаешь, для рисунков у него другой ник. Ну что, такое тоже возможно. У тебя есть кости? Нет, нету. Чего? Но есть лук. Нам надо досрочно искать овец. А? Кто мяукает? Лёш. Так, ну все тогда давай заканчивать. Сейчас, погоди, наушники. Все тут. Все, давай тогда заканчивай. Перерывчик. Я, кстати, немножко отхилился. Этот, как он называется, что-то хотел сказать. Тоже неплохой стрим получился. Конечно, не 200 плюс просмотров. Этот, как он называется. Зрители там под 12 на пике. Надо было как Глеб сделать кринжовое, классное такое. Нет, аутро. У нас... классное аутро, только в случае, если минимум 6 зрителей. Сейчас их 4. А какая разница все равно? Большая, большая, большая. Странно. Короче. Я бы со своей попрощался с удовольствием. Хорош. Так, ладно, что тут еще по сундуку? Походу ничего. Все, тогда следующий стрим... Или по Майнкрафту, или по Борлоксу. Начну ставить уже Borlax, GTA 5. Точно, мы же все втроем собирались. Да, и поставлю GTA 5, Horizon. Или Horizon, Horizon. Horizon, Horizon, Horizon. Че еще? Как там? Ладно, короче, я чат потом еще почитаю. Не на стриме. Ислам предложил игру неплохую. Может быть, Little Night... Да? Да-да-да, вот ее.
Little Nightmares поставлю тоже как, допустим, возрождение. Да. Вернуть к тому, что... Надо будет еще как-нибудь Амогуса попробовать, как в прошлый раз. Амогуса? Можно будет, кстати. У Юры Амогус есть. Амогус есть? У Юры... У Глеба? Да, у Глеба, по-моему, есть. Амогус, мы играли с ним. Я тебя не спрашиваю, Харизон. Ты идешь 100 пудов с нами. Короче, ты с нами пойдешь в Амогус. Идеи для стримов и для видосов становятся только больше и больше. Остается их только реализовывать. И не забивать. Все тогда. О, сейчас да, пшеницу соберу, да. Похаваю. Где-то было. Уже где-то склад. О, все, Глеб с нами. Хорошо, пойду в этот. В Амогуса иду. Ну, сейчас не знаю, что у тебя. Или там в по плановым стримам. Ну, следующий, ну, я за... думаю, сделать Борлокс. Кстати, Борлокс должен быть прямо сейчас, уже 4 минуты назад. Ну, из-за того, что у меня час не было инета, сейчас через часик будет Борлокс, а потом... А я тогда, может, сделаю, назовем, для тебя хочу. Ну, как Глеб превьюшечку хочу для Warframe сделать. Понял, хорошо, я скажу все наперед. У меня уже все уже прорисовалось. Сделай и... А сможешь тогда скинуть скрин? Давай, ты можешь такой... тогда попытаться скинуть скрин, где... Где фрейм на ладони что-то типа держит. Как с менюшкой прикол. Но только не сзади, а спереди мне надо. Ты там больше шаришь, мне надо скрин. Ну, я попробую поискать. Хорошо. Ну все, короче, тогда я завершаю стрим. Всем да. Удачи, скоро следующий. Да, всем спасибо за то, что поприсутствовали. За рекламу своих каналов. Да, за рекламу своих каналов. Никого не хотим обидеть и не будем обижать. Это ваше дело. Воровать, не пилить, не пилить. Кого пилить, вы тоже сами решаете. Все, ждите.